Семена колокольчика Портеншлага Клаквайз Дип Блю, Кампанала Портеншлагиана Клаквайз Дип Блю, относятся к декоративным многолетникам. Это красиво цветущее растение, которое предназначено для озеленения газонов, альпинариев, каменистых горок. Колокольчик красиво смотрится с другими растениями. Также его можно выращивать в горшках и как почвопокровник. Расти предпочитает на солнечных участках и песчаном грунте. Из достоинств можно выделить морозостойкость. Кусты относятся к низкорослым. В высоту стебли вырастают не больше 20 сантиметров. Стебли стелящегося типа. Листва темно-зеленого оттенка. Цветки мелкие, лепестки сиреневого оттенка. Период цветения с июня по август. Колокольчик Портеншлага Клаквайз Дип Блю – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, каменистых горок, альпинариев, ракариев, газонов. Колокольчик прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. По типу ствола колокольчик Портеншлага Клаквайз Дип Блю можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – карликовый. В качестве места выращивания колокольчики прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает колокольчик Портеншлага Клаквайз Дип Блю в месяц июль-июнь-август. Интересные цветы колокольчик могут быть до 3-5,5 см. Как правило, на одном цветоносе размещается более 6 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме широко ланцетный. Обратите внимание, что колокольчик Портеншлага Клаквайз Дип Блю – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.